меня опыт небольшой. Я несколько лет уже пробовал кататься на марафоны. Смотрю по интернету этот вид спорта. Посоветуй, с чего вообще начинать? Как правильно выбрать велосипед? Какие, может быть, соревнования для начала себя выбирать? Какие, может быть, ты соревнования знаешь в Эстонии здесь? Как только врач вам сказал добро, дал отмашку, с этого момента вы можете приступать к серьезным тренировкам, но при этом желательно, чтобы, если речь идет о простом человеке, желательно, чтобы он посоветовался со специалистом. Это спортивный тренер, это может быть, ну, может, даже в интернете нашел бы информацию о том, как тренируется профессионал, так скажем. Вот. И для того, чтобы начать выступать в первых соревнованиях, конечно, необходимо, ну, помимо тренировок, помимо питания правильного и всего прочего, подумать об инвентаре, то есть о том боевом коне, который вас будет нести, как раньше говорили, о значках ГТО к олимпийским медалям. Вот. Велосипед спортивный, он, конечно, отличается от велосипеда для прогулок, для фитнеса. Вот. И тут вариантов очень много, брендов очень много на рынке, и вам предложат, один продавец предложит одно, другое другое, но тем не менее, в первую очередь нужно отталкиваться от того, какие задачи вы ставите перед велосипедом, потому что сразу начинать с очень дорогого велосипеда, наверное, не стоит. Если велосипед будет достаточно хорошо выглядит, более-менее скомпонован по оборудованию на уровне, так скажем, выше среднего, чуть выше среднего, это вполне будет достаточно для того, чтобы ездить самые сложные, самые тяжелые эстонские марафоны или кросс-контрийные гонки. Вот. И опять же, вот почему маунтинбайк мне больше нравится, чем шоссейный велоспорт. Как это у Стругацких, там, где асфальт, там неинтересно. Там, где заканчивается асфальт, там начинается самое интересное. Маунтинбайк, он дает свободу, он дает ощущение того, что ты можешь повернуть налево, направо, никто тебе не помешает, и ты двигаешься туда, куда глаза глядят. Вот. Ну, и я, конечно, утрирую, но, тем не менее, вот, ты не привязан к шоссейным дорогам, ты не привязан к машинам и потенциальной опасности. Для многих, наверное, велосипед есть велосипед. То же самое катание на велосипеде, наверное, для многих кажется, что одинаковым кататься по шоссе и то же самое на шоссе на велосипеде, и кататься на горном велосипеде, кататься по пересеченной местности. В чем такая кардинальная разница в плане объема, в плане нагрузки? Ну, если говорить о тренировочных часах и тех усилиях, которые нужно сделать при подготовке, допустим, к шоссейным гонкам, то по сравнению с маунтинбайком на шоссе выполняет, ну, по объему гораздо большую нагрузку. Она достаточно такая растянутая во времени, и для того, чтобы ездить более-менее хорошо на шоссе, ну, грубо говоря, 3-4 часа в седле – это такая нормальная тренировка. На горном велосипеде, поскольку сами гонки не такие длинные, и в 2 часа, ну, может быть, 2,5 помещается обычный формат марафона, то, соответственно, и тренировочный объем поменьше, но он более спрессован по времени и более насыщен. Короткие паузы и очень много интенсива, очень много усилий. Разница в концентрации. Концентрация и соотношение отдых и нагрузка. В маунтинбайке все очень компактно и очень агрессивно и очень тяжело. То есть, грубо говоря, 4 часа катания по шоссе равно, грубо говоря, 1,5 часа или часу на маунтинбайке по пересеченной местности. Хотя, конечно, это все грубо. И по мы, калориям, ну, имеется в виду? Да, вот и по сравнению. Может быть, даже не по калориям, а по степени реакции организма и по степени именно
влияние на этот организм, самой нагрузки. Потому что одно дело, ты едешь, даже грантуры, профессионалы едут большую часть времени на пульсе там, 130-125 ударов в минуту, а на маунтинбайке, там, ну, наверное, уже на старте до 100 поднимается пульс, с первым же свистком до 150, и в 2 часа они поливают, ну, в красной зоне, это выше 160 ударов в минуту. Вот. Это более интенсивное занятие. Ну, может быть, если сравнивать шоссе, этот маунтинбайк больше похож на гонку с раздельным стартом, где со старта включаешься и выключаешься только на финише. И у меня такой последний вопрос. Ну. Все-таки, если заниматься для здоровья, для хобби, все-таки ты советуешь людям маунтинбайк? Это очень универсальное средство укрепить здоровье, не только физическое, но и психологическое здоровье. Потому что велосипед сам по себе, он такой, он, ну, инструмент социализации даже, я бы так назвал его. Это возможность общаться с людьми разных профессий, разных национальностей, разных даже социальных групп. Велосипед, ну, вот, допустим, атмосфера велосипедной гонки, она дает возможность человеку, ну, не только пообщаться или передать свои эмоции, ну и набраться каких-то, ну, приятных моментов, связанных с общением с другими людьми, и, ну, даже получаешь какой-то опыт, там не только спортивный, даже житейский опыт. Да? Случилась какая-то авария, беда, люди останавливаются, помогают друг другу, да, там, вручают в сложный момент. У кого-то закончилось питье в гонке, ты ему поделился с водой, это тоже... Но те вещи, которые людей сплачивают, объединяют между собой. Так что велосипед не только это инструмент для укрепления здоровья, но он и инструмент как-то сплочения людей и, ну, знакомству. Это инструмент для знакомства, для узнавания других, для узнавания мира. Ну, наверное, так как-то.